Вот так и греемся, включаем камин, в одной комнате живем. В квартире холодно. Такие обращения поступают в редакцию новостей осенью-зимой довольно часто. Люди не знают порой, кому пожаловаться и как решить проблему. Теперь обзванивать огромное количество инстанций не придется. На сайте сибирской генерирующей компании появился интерактивный сервис. Пользоваться им несложно. Достаточно перейти по ссылке, найти на карте свой дом и выбрать одну из трех отметок, в зависимости от температуры в вашей квартире. Холодно ли вам, жарко или нормально. Отметку можно изменить в течение суток, правда, всего лишь раз. Здесь же на сайте есть информация, какой должна быть температура в вашем доме, причем в каждой из комнат. Отметка на карте поможет энергетикам оценить, комфортно ли жителям в квартире и в случае проблемы быстро отреагировать. Ну а если с сервисом вам справиться сложно, можно обратиться привычным образом, позвонить в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле. Телефон на ваших экранах. Татьяна Голубева, «День с толком».